Всем привет, дорогие друзья! Сегодня хотел я рассказать вам одну интересную историю, как мы поймали мыша. Недавно у нас появился мышь, где-то проник, кто-то под плинтусом. Жилье у нас аварийное, ждем переселения. Вот. И вследствие этого, что почувствовали, что где-то бегает мышь. Взяли, значит, мы клей, намазали доску. Сейчас я вам покажу ее. И положили. Долго мы ее не могли поймать, так как уже неделя где-то прошла, и никак она не попадалась. Но вскоре мы увидели, что все-таки попалась. Я снял короткое видео, как попалась мышь. И потом ставлю этот кусочек. А давайте покажу вам мои доски, которые намазаны клеем. Мои, как говорится, мышеловки современные стоят. Сейчас покажем. Так, вот видим, да? Вот здесь у нас мышеловка стоит. Вот. С кусочком хлебушка, приманки. И вот здесь вот есть. Вот здесь она у нас и попалась. Сидела в плите. Здесь есть небольшие вентиляционные отверстия. И вот она у нас тут и попалась. Ну, на этом хочу попрощаться. А теперь смотрите видео. Эй, ты что, попался что? Трогай.